Стараемся. Еще не это. Не застряли во мне. Я это. Разное бывает. Капец. Я это надо было. Ну, ваши согласились животное отвезти в ветеринарку, но она сохнет. Комфорт ночи, как его. Если я сказала нет. Я когда на компьютере. Да не, у меня было такое, что мопса везли тоже в клинику. Да, слава богу, нет, но шерсти было в машине. Я рулон скотча сюда вывел, чтоб... Капец. Ну, а есть же специально какая-то клиента для перевозки животных, правильно? А? Ну, есть же клиента, да, для перевозки животных, правильно? Да, ну, есть же полно разных, немерено. У меня дома, я не знаю, этих контейнеров штук 8, наверное, лежит. Разворачиваюсь и уезжаю. Только зря прокатались, да? Ну, сколько такого? Это в Киеве работал, там такое началось. Да? Я не знаю, работал в Москве 7 месяцев. У меня за 7 месяцев там дрова один единственный раз грузили в машину. В Киеве 3-4 раза в смену. Я говорю, приехал, говорю, из пьющей России в европейскую столицу. И тут подъезжаешь, глянешь, разворачиваешься и уезжаешь. Ну, некоторые из этого состояния не выходят. Машина, улица 8. Это направо сюда. Да, направо. И позволяют тебе еще на такси ездить. Ну. Ну вот была чистая машина. Да? Ну давайте я дойду дальше. Дойдете точно? Ну дойду, я поднимусь на машину. Сколько фунтов? 132.